Правда, теперь уже подруга больше нет. Сегодня мы провожаем наших выпускников. Все готовы. Учителя ждут. Столы пока что еще пустые. Вернее, не пустые, а с цветами. Только с цветами. Тоже ждут наших выпускников. И мы, родители, друзья, собрались в этом зале.
приятные минуты для всех. И вот эти торжественные минуты мы всегда начинаем с медалей. Их у нас сегодня две. Обе они серебряные. Власова Екатерина Юрьевна. Вот такая. Марина Александровна. И опять-таки вот в этой уже 250 граммов чистого серебра. Можно предполагать. Амелиной Олесе Петровне. Анисимовой Ирине Викторовне. На последней династии Анисимовых, но будут внуки у нас, все опять повторится сначала. Михаил Анатольевич. Второй, может быть, чем не последний. Быковой Татьяне Александровне. Волковой Ольге Викторовне. Вавиловой Светлане. Не стареть, молодец, вечно, какой красивый. Воронцову Павлу Петровичу. Ирине Алексеевне. Синютиной Марине, простите, Денисовой Марине Вячеславовне. Галкиной Наталье Викторовне. Анастасии Владимировне. Главняк Алексею Вячеславовичу. Там еще есть грамота за особые успехи. Помнишь, какие успехи? Яковлевой Алле Владиславовне. Грамота за успехи. Они будут приумножены превыше, правда? Ростовы Елене Игоревне. Thank you.
Жене Ежовой Анне Вячеславовне. Ершов Анатолий Николаевич. Иващенко Екатерине Владимировне. Дети, я вас прошу, когда берете из рук такую приятную вещь, отдайте. Она требует осторожного обращения. Я так смотрю, боюсь, что она вас будет не очень. Ивановой Юлии Владимировне. Ионовой Валентине Александровне. Ильинковой Виктории Вячеславовне. Гиптику Владимиру Ивановичу. Он уже студент Академии бывшего агропрома. Давайте уже товар расскажу. И у него еще похвальная грамота. Ну, похлоп. Копчевой Елене Леонидовне. Вы такой юный, красивый. Горбовой Елене Александровне. Каменчук Татьяне Петровне. Кудрявину Игорю Валентиновичу. Любимцевой Людмиле Валерьевне. Лапшиной Евгении Николаевне, соседке. Петрушенко Юлии Станиславовне. Лосевой Елене Николаевне. Рыжовой Оксане Николаевне. Мамаевой Наталье Сергеевне. Сецевич Александру Александровичу. Морозовой Жанне Юрьевне. Сигельниковой Анне Александровне. Да, и там грамота. Покажи, пожалуйста, Анечка. Ну, не видит, Анечка. Робозовой Зои Леонидовне. Садову Яну Николаевичу. Тишиной Жанне Владимировне. Thank you.
Громаченко Андрею Викторовичу. Шмелеву Игорю Анатольевичу. Вот так сегодня трудно было работать. На ваших фотографиях будет вообще вот это видно. Я на последний день не глядел. Но я просто ночь сегодня не спал. Ни одного часа, ни одной минуты. Вот если бы заставили работать диктором телевидения и после одного дня на пенсию отправляли, я бы согласился. На прощание или на время временного расставания хочу вам пожелать, чтобы вы все получили, приобрели, заимели, как угодно можно выразиться, все то, что вы захотите иметь. Я вам уже говорил, что для этого нужно, конечно, трудиться и трудиться. Как бы ни было трудно, как бы ни было тревожно, вспоминайте хорошие слова из песни о России. Ты только крепче выходила из огня. Дальше вы знаете. Удачи, успехов, счастья, здоровья, доброго вам пути! Школьные годы чудесные, вдруг
Это стоит большого труда, чтобы прекратить
прикрепить, это на веточке, уже корочками прикрепляют. У меня была такая бригада. Вот сейчас эта песня будет посвящаться этой бригаде. Помогали очень здорово, но больше всех помогал Владимир Иванович Кипчик. Поэтому я посвящаю эту песню по ему. Первый сентябрьский дождливый день, вдруг заболели у нас педагоги, дети больницы, немного хлопот, но выручает всегда. Thank you.
Спасибо.
это Михаил пишет. В школе нашей наши пожелания. Яна, отойди, пожалуйста. Ян. Подскажите, как его фамилию пишут? Вот. Вот они, наши пожелания. Он здесь другие оставляли надписи ученики, но наша надпись самая лучшая. Хорошо пишешь мне? Нормально. Вот. А там ошибок не было? Нет. Вот сейчас он допишет и продекламирует, декларирует это стихотворение нашего сочинения. Эта работа не из самых легких. Течет под три ручья. Но Михаил продолжает свое дело. Оставляет потомкам надпись. Бывало нам. Мих, да? Вот где до свидания, ты что там написал? До свидания. Вот последние штрихи и наша надпись гордо красуется. Сейчас идем. Гордо красуется надо всеми надписями. Потому что эту надпись сочинили мы. Не стану повторять, да? Вновь и вновь. Я тоже хочу. Уйди отсюда. Вот. В кадр влезает другой однокашник. Наш, так сказать. Мы говорим вам до свидания, но зная, что вернемся к вам, и не забыть, как вместе с вами весело бывало нам. С любовью и благодарностью. Все писали? Да. А чей Дмитрий?
Яна Сазонова. Стой! Выключи! Как, Мих, что нажимать? Опять что-то красное. Так, теперь Гарик оставляет свою коронную надпись. Вот оно наше произведение искусства. Да я... Чего? Мы не знали. Мы знали. Мы не знали. Мы не знали. Сама жизнь. Вот за это я и предлагаю выпить первый тост. За то, чтобы все ваши экзамены, которые вам задаст жизнь, вы сдавали только на хорошо и отлично. Ура! Ура! Конечно, ура! Ну, Вовик, блин, как слон вечный. Все расплескал. Я у меня не дотянулся. Ну все, вот, включай на это. Ради я. Чему это, блин? На красную включай. На какой на красную? Наверное, выключил или нет? Да я не вижу нифига, он как. Алло, ты что? Звали его Сережа, а фамилия его была Снова. И мы очень благодарны за то, что в вашей школе были и есть, возможно, такие дети. Не буду многословно, письмо это у меня хранится в моей картотеке. Смысл был вот в чем. Сережа нашел кошелек с деньгами. И там было немало денег. Если это за бутылку, вы скажете, потому что эти деньги-то не знаете. Отдал их туда, куда полагается, и пострадавший, потерявший, потерпевший, их получил вновь. Всякая школа велика не числом, а славою своих учеников. Учитесь добрым поступкам. Если будет тяжело, вы меня позовите. Я ухожу, милый мой, я.
Христос от первых учителей, да? Да, я смотрю, они кивают головой. Наполняйте, пожалуйста, свои бокалы. Задача школы не только больше. Задача школы выпускает птенцов в начале каждого лета, ставить их на крыло, чтобы было вам ну, чуть легче с теми знаниями, с теми навыками, навыками общения, которые вы получили в школе. Вот очень хотелось, чтобы все это пригодилось вам в жизни. А пожелать вам хочется, чтобы никогда не покидала вас удача и надежда. Потому что впереди самый главный экзамен, как написано у вас в плакате, сама жизнь. За удачу и надежду, которая всегда будет сопутствовать вам. Спасибо большое. Это был тост, дорогие друзья. А мы с удовольствием присоединяемся. И чтобы надежда в вашей жизни была, мы о ней и споем. Я надеюсь, все вместе.
или что? Извините, что я немножко опоздал. Дача, огород, картошка, семья – это вас все ждет впереди. К сожалению. Поэтому мне хочется сказать, у меня есть дочь. Дочь. За ней сейчас очень много ухаживает женихов. И я ей говорю, Га, милая моя, найди такого человека, чтоб тебя всем обеспечил, чтоб как папка на коленях не ползал, не окучивал и так далее, и так далее. Вот, поэтому мне и хочется вам пожелать всем счастья, а самое главное, успехов, надежды, любви и еще чего? Правильно, а здоровье, здоровье. Единственное, что нельзя купить, все можно купить, вплоть до аттестата, вплоть до диплома, но нельзя купить здоровье. А мы о здоровье думаем только когда? Спасибо. Так, вы у меня готовы? Какую песню решили петь? Брилушке все-таки. Итак, внимание, два молодых человека поют песню «Брилушке». Которых я знаю.
Мы смотрим вам в глаза и слезы не скрываем. Уходим не на год и даже не на два. Быть может, навсегда покой мы потеряем. Вот зазвенит звонок, нам уходить пора. Поехал однажды Ксюша в Москву, вот, и, ну, таксист, короче, увезет. Вот, Ксюша говорит: таксист, покажи мне достопримечательности Москвы. Он говорит: вы что, Ксюша, глупый? Вот, я с вами связаться не хочу, но если ты отгадаешь мою загадку, тогда я тебе покажу. Ну, загадывай. Таксист говорит: от моей матери, но не я. Ксюша думал, говорит: не знаю, это мой брат, говорит. Ксюша, да, понятно. Ну, приезжает опять к себе домой, вот. Его жена, дети спрашивают: ну как там Чуч в Москве? Говорит: расскажи, какие там достопримечательности видел? Ну, Чуч, ну, вот отгадайте загадку, я вам скажу. Это от моей матери, но не я. Жена, дети думают, не знаю. Ну, живет в Москве такой таксист, так это его брат. Молодой человек сейчас посоветует вам, порекомендует, так сказать, средства воспитания непослушных учеников. Вот он уходит из школы, уже знает, как нужно бороться, и вот он вам подходит. Я уже кончил ходить, правильно говорить. Вообще-то я хочу привет передать. Это пар последний. Так, это же всем учителям. Вот. В общем, против непослушных учеников лупите посильнее, вот. Лучше всего любить, конечно, всех ребят и хорошие оценки ставить. Все. Спасибо большое. Итак, у нас половина главного нам осталось. Но я, дорогие друзья, хочу вам сказать, кто-то сидит и помалкивает. Еще не все вышли. Во-первых, там от родителей кто-то сидит. И не поднимает вот в этом ряду тарелки, вот которые ко мне взглянули. Дальше. Ничего у них не выйдет, потому что кто-то, я даже примерно
нравится. Я задаю вам вопрос из области математики. Ну, для 5 класса легкий, но вы должны ответить сходу. Но не совещайтесь, иначе никто не будет справиться, не надо совещаться. Итак, внимание, вопрос. Полтора судака, это рыба такая, судаки, стоит 1,5 рубля. Сколько стоит 13 судаков? 13, а вы считаете? Вы стоите на улице.
Это очень легко. Легко, во-первых, потому что я 28 лет преподавал астрономию. Легко, потому что я ее уже позабыл, поскольку 3 года мы ее не преподаем. Применяя суровый жизненный действительный
чему вас научила школа. Ну а сегодня прощание, ибо вы подошли к финишной черте первого отрезка пути. И, конечно же, подведение итогов. И по праву это сделает ваш многоуважаемый, любимый, самый справедливый, несмотря на то, что бывает и строгий, с чувством хорошего юмора и самый демократичный директор Михаил Борисович Иванович. Сегодня приятные минуты для всех. И вот эти торжественные минуты мы всегда начинаем с медали. Их у нас сегодня две. Обе они серебряные. Власова Екатерина Юрьевна.
по сей день. Несмотря на то, что вы стали взрослыми, они помнят вас и любят. Помнят вас маленькими, с огромными бантами и с короткими чубчиками. И любят вас такими, какими вы стали теперь. И я хочу, чтобы сейчас мы все вместе с вами подарили им музыкальный подарок. Пойте с нами. Я думаю, эту песню вы знаете все. Когда прихожу я в школу, то уже в течение двух лет меня
человеку входа один молодой человек, сейчас могу прямо сказать, Миша Власов. Он прекрасно поднимает настроение, он с хорошей улыбкой здоровается и говорит: «Да, Людмила, с праздником, всего вам доброго». Вот сейчас я хочу посвятить вот этот экспромт, который сейчас тебе написал, лично ему. Миш, тебе посвящается. Вот сейчас эта песня будет посвящаться этой бригаде. Хорошие дети, что их было.
было бы как можно больше. Возложите сейчас вы цветы памятникам погибших войн, тем, кто защищал Отечество, нас с вами, и ценою жизни, которых сегодня у вас прекраснейший из праздников. Поклонитесь им, погибшим, пусть души их возрадуются, что жизнь продолжается, а добро и любовь. Скоро, как летучий голландец из книг, я тебя прошу.
До сегодняшнего дня вашими воспитателями были родители и школа. Далее вы пойдете в жизнь самостоятельно, применяя в суровой жизненной действительности то, чему вас научили. И я хочу, чтобы те уроки, которые давали вам в школе, помогли вам в определении своего места в жизни, в приобретении новых друзей и в успешной сдаче экзаменов, которые отныне вам будет задавать сама жизнь. Вот за это я и предлагаю выпить первый тост, за то, чтобы все ваши экзамены, которые вам задаст жизнь, вы сдавали только на хорошо и отлично. Ура! Я сразу потею и очень волнуюсь, плакать хочется. Но тост хочется произнести веселый, жизнерадостный, по крайней мере. Много стандартных фраз, выражений о том, что вот с сегодняшнего дня будет все по-другому. Может случиться так, что будет дальше так, как было сегодня, или хуже того. Все зависит от того, кто вы и что вы хотите. Я бы вам сказал, мне бы очень хотелось узнать со временем о том, что абсолютное большинство из вас, а точнее все вы со временем, познаете жизнь. Она очень непроста. Это не выдумка, что жизнь есть борьба, и что в ней побеждает сильнейший. Бороться придется постоянно, проблемы решать, каждый день, может быть, чаще. Чтобы их решить, нужно иметь силу, ум, силу воли, хорошее здоровье, уметь управлять собой. Пройдет много-много времени, я так думаю, что вы все проживете свой век, наберетесь мудрости, станете ровесниками нам и старше нас. И тогда вспомните мои пожелания, пожалуйста, и слова. То, что сегодня вам кажется простым и понятным, радостным и веселым, завтра обернется обратной стороной медали. Чтобы эти повороты были в вашу пользу, я еще раз повторяю, нужно терпение, силу, ум, здравый смысл и многое-многое другое, на что тратятся нервы и здоровье. Когда вы наберете жизненный опыт, вы поймете, как сегодня вам уже сказали, не огорчайте своих отцов и матерей, бабушек и дедушек, которые, к счастью, у вас еще есть. А чтобы их не огорчать, вам нужно каждый день думать, чтобы в этой жизни сделать все доброе для себя и для всех тех, кто рядом с вами. За доброту, за понимание друг друга, за выдержку, за обладание силой воли, за умение, за терпение, за счастье ваше. Спасибо большое, Вадим Павлович. Спасибо за такие прекрасные, теплые слова. Я знаю, как любят вас все, кто когда-либо учился в этой школе и кто учится ныне. И поэтому вам, любимые, Люба!
Thank you.
я расскажу слова и песни, которые мы сочинили вместе с классом для классного руководителя. Но я скажу не только для классного руководителя, но и для всех учителей, которые нас учили, которых я знаю. Мы смотрим вам в глаза и слезы не скрываем, уходим не на год и даже не на два. Быть может, навсегда покой мы потеряем, но вот звенит звонок, нам уходить пора. Thank you.
Yeah.
Любая. Я не король, а пенсионер. Подержите мальчика. Сам заводите. Там мальчик выбирает. Поскольку вы знаете, записывайте. Вот прямо стоят. Вот так вот, да, по фамилиям. Итак, дорогие короли, будущие, кто из вас будет один король? Вы пока что все кандидаты. Кандидаты на звание короля балов. Нет, называли вы когда-то изучали. Когда-то, совсем недавно. Итак, внимание, внимание, девушки, кто у меня записывает, будьте внимательны. Вы записываете правильный ответ против фамилии, ставьте или крестик, или там, я не знаю, как, единицу. Вот, а кто не ответил, ставьте там ноль, может быть, посмотрели прочерк, да, решите сами. Итак, я проваливаю. Я задаю вам вопрос из области математики. Ну, для пятого класса легкий, но вы должны ответить сходу. Но не совещайтесь, иначе никто не будет королем, не надо совещаться. Итак, внимание, вопрос. Полтора судака, это рыба такая, судаки, стоит полтора рубля. Сколько стоит 13 судаков? 13, а вы считаете, сколько? И вы как-то считаете, сколько вы считаете? Сколько вы думаете стоит? 13? Ну, молчите сюда, не знаю. Сколько стоит? 13. А вы, я думаю, тоже 13. А последний молодой человек задумался и думает, что их больше. Пишите правильный ответ. Если полтора судака стоит полтора рубля, значит один судак стоит рубль. А 13 судаков 13. Я знаю, он знал, но нарочно он поддался. Итак, три правильных ответа, один неправильный. Следующий вопрос. Из области ботаники. Кавалеры, скажите, пожалуйста, на чем растут бананы? Ваши версии. Вы считаете, что он в траве вот так валяется, а вы считаете? На пальме. Название которого является наречием. Знаешь, что такое наречие? А что такое наречие? А на что? На какие вопросы отвечают наречие? Сейчас мы проведем маленький урок. А на какие вопросы отвечают наречие? Кто помнит? А я вам расскажу. Как? Товарищ ведущий! И когда, куда, откуда, помните, учили, да? О, помнили, почему, зачем и как? А как? Так все-таки как это называется, ваша версия? Не знаю. Так, ваша версия. Я сяду на канал. Тишина, почему не честно? Муму, например, и ваша версия тоже муму. А на самом деле наречием является накануне, конечно же. Демократия. Потруднее вопрос задать или полегче, ребята? Дом, чтобы все его стороны были обращены на юг. По-другому где это, да? Где это мы можем такое сделать? Итак, можно ли построить дом? Можно. Где? Внизу. Внизу. Молчите, деловые. Да, мы хватит. Можно. Где? Где-нибудь на юг. Ну, где-нибудь говорите. На городе. На южном поясе, к сожалению, чуть-чуть у меня был прав, на северном поясе, видите, ай-яй-яй-яй. Язык переживает даже, быстрее. Шмелев 4 плюсика, и значит, я...
своей королевой. А свой кто? Да вы же король. Три. Ну вот. Король многоженец, вы посмотрите. Турецкий султан. Кого бы вы консультацию? Он ваш премьер-министр. Ну, давайте его сюда, да. Одну, две, три. Многоженец Денису Марину. Открепим! Все? Галё! Так, проблема в том, что забыл, как зовут. Пойди, возьми на руку, приведи. Собери сюда. Игорь! Литература. Скажите, дамы. Да. Ну прямо. Какие танцы? А тут надо угадывать. Танцевали на балу у Лаева. Я назову четыре, а танцевали три. Вам нужно один убрать. Ну куда вы уходите, надо угадывать. Игорь, приведите президенту. А будем оставить коллекцию, так боится. Итак, я называю четыре танца, а вы мне назовете танец тот, которого не было. Итак, я считаю, что танцевали. Так, вальс. Мазурку, польку и котельон. Да. Котельон. Вальс, мазурку, польку, котельон. Какой танец не танцевали, девушки, в вашей версии? Пожалуйста. Не танцевали польку, вы считаете? А вы? Вальс, польку и вальс. А на самом деле вальс не танцевали, они танцевали польку. Это уже я придумала. Так, девушки, я вам задаю вопрос из области географии. Как география, нормально? Какой континент не имеет рек? Такой простенький. Девушка, нам попроще. Какой континент не имеет рек? Молчите, деловые. Какой континент? Назовите какой-нибудь континент. Ну, пожалуйста, тихо. Как Северный полюс. А вы что скажете мне, Мариночка? Мы уже с вами знакомы, мы так уже плясали. Марина, ну, скажи что-нибудь. Ну, что-нибудь одного, мы прямо уголовались там. Ну, что это, даже можно, я вот решу. Антарктида. И Антарктида. Абсолютно правильно, конечно же, Антарктида. Она же вся покрыта льдом. И, оп, природоведение. Опять, ну, потому что он, знаете, не сколько природоведение, сколько, я не знаю, модниц, что ли. Мир... Для тех, кто стал королем и королевой нашего праздничного школьного бала. Я хочу, чтобы вы были очаровательны. И вот такие дарю вам подарки. Это вам под музыку. И это вам, уважаемые короли, для вас. Скажите спасибо, что не мазурку и не фламен. Прошу вас, прям здесь. А мы смотрим. Марина уже танцевала, хватит, ну что? Thank you.
Наши талантливые медалистки Власова и Соколова станут дважды лауреатами. В подметке не пригодится ни Алла Борисовна Пугачева, ни Валерий Леонтьев, ни поющие Арбакайте. Но одним словом, все, кто до этого пели, они просто замолчат. И будет нет? Главня. Бондаренко. Он, как говорится, вернется к своим прежним достижениям. Он пройдет такой еще небольшой период. Вегетационный, что ли, как его можно назвать. А потом скажет, пора браться за дело. И наделает столько добрых дел, что все, кого я перечислил до этого, они просто померкнут перед тем талантом, который он проявил. Стыцевич, это мой земляк. А земляки, они, знаете, такие ребята нехорошие. Все делают так, что другие только завидуют. Я думаю, что к 2002 году его портреты будут висеть не только в кабинете, но и на всех площадях. Это будет вот та же надпись. Ершов. Вы про него все знаете, а я очень мало, но скажу, что вот те Ершовы, которые были знаменитые до него, они просто померкнут. Вот. Там был Скалочек Ершов, были еще люди такие умные. Но он просто человек особо умный, высоко умный. Просто гений. О нем нет больше слов. Шмелев будет королем Волоколамского края. Вот. И королев у него будет много-много, а старую сестру с собой не возьмет. Воронцов. Павел. Он вырастет еще выше. И прочие, и прочие, и прочие из НБА ему не подойдут подметки. Он будет просто-напросто кумиром всех стран, всех болельщиков. Это будет лучший в мире баскетболист из Пашмен. Гифтик Владимир Иванович. Мамочка ушла, к сожалению. Она его так любит. Он мамочку будет любить еще больше. Будет очень старательным, прилежным, замечательным. Пашечку заведет с семьей. У него был два брата, у его детей будет по 6 братьев. Сидельникова. То, что она не добилась сегодня, она добьется раньше, чем 2002 год, где-то через год. Эта женщина будет так же знаменит, как Мария Пьерна. Мария Складовская и Клипроти. Быкова. Быкова. Вот я не знаю, Быкова, кому мой родственник, который нас снимал на пленку. Нет. Той, которая 10-м учится. Которая учится 10-м, да. Она, конечно, своей Аллочке поможет. И вместе с ней они будут продвигаться по жизни очень успешно, поскольку они обе очень красивы. Они станут супермоделями. И каждый фирма за что-то свою честь сняли в любом достойном для взгляда виде. Аверина, первая буква алфавита, буква А. А первая буква всегда есть первая. Она тоже будет впереди планеты всей к тому времени, когда еще 2002 год не наступит. Это, по-моему, дочка или внучка той ученицы, которую я учил 30 лет назад. И тогда тут все понятно. Деды, которые были там заложены от покровной линии, плюс которые я старался внедрить с внешней стороны, приведут к тому, что, в общем, это будет человек, который, ну, в общем-то, фантазер, мечтатель и все прочие прилагающиеся к этому дела. Компова Елена Александровна. Она будет жить где-то недалеко от школы. Ну и даже, чтобы понять,
здесь вообще в округе. Не от того, что я пьяный, а от того, что я волнуюсь. Мамаева, она, знаете, вот забыл мужика фамилию, это Зайцев Фрас, ежик. Как Юдашкин, вот, Зайцев, Юдашкин, зверь, ну зверь, помню, стрижетый зверь. Вот они придут к ней и скажут, я вас поздравляю, мы были перед вами плебеями и салагами, и больше не будем. Вы возглавляете это дело и продолжаете бесконечно долго. Денисова, королева бала, она станет королевой не только нашей России, но и королевой всей Европы. У нее будет несколько принцев, человек 10, и все ее будут ревновать. И уже говорят, есть у нее, но я ничего не знал. Лосева. Эта девочка скромная, обаятельная, но у нее будет очень много успехов. Она просто-напросто учить очень легко и не прикладывает никаких усилий добиться того, чего она хочет. Морозова. А если...
дорогая.